Как только Google выпустили свою Android Wear, производители тут же почуяли запах миллионных прибылей. Moto 360, Asus ZenWatch, Sony SmartWatch 3, Samsung Gear Life, LG Watch Urban, LG G Watch, Apple Watch. А нет, стоп, последнее уже лишнее. Хотя почему-то мне кажется, что совсем скоро самоделкины найдут способ установить эту операционную систему и на яблочные часы. Так вот, перечисляя девайсы на Android Wear, я вполне сознательно не упомянула об одном из них. Всем привет, с вами Лана, и в этом видео от компании Allo я познакомлю вас со смарт-часами, которые, откровенно говоря, больше остальных похожи на часы. Встречайте LG Watch R. Для начала посвящу вас в маленький холивар между фанатами этих часов и фанатами Moto 360. Смарт-часы от Motorola были заявлены как первые смарт-часы с круглым дисплеем. Они появились раньше, чем LG G Watch R и уж тем более раньше, чем LG Watch Urban. Но маленькая, буквально малюсенькая часть дисплея у Moto 360 прикрыта пластиком. И этого хватило для того, чтобы LG заявили, что именно они первыми выпустили смарт-часы с круглым дисплеем. Мол, мотороловский круглые и недостаточно круглые. Так это или нет, судить только вам. Я просто донесла информацию. В любом случае, обе модели хороши и достойны внимания. Начнем традиционно с внешности. Выглядят часы интересно. Вроде бы и casual, и одновременно спортивные. Матовый черный цвет металлического корпуса ни к чему не обязывает и будет выглядеть на руке весьма органично. Девайс тоньше, чем мотороловские смарт-часы, но тем не менее выглядит массивнее за счет крупных металлических петель. Несмотря на свою относительную массивность, подойдет он как хрупкой девушке, так и солидному мужчине. Правда, под строгий костюм-тройку гаджет будет выглядеть несколько неуместно. Но и здесь есть выход. Умельцы кустари научились без вреда для смарт-часов снимать с них черную краску. Это придает LG Watch R более солидный вид классических часов, близкий ко внешности гораздо более дорогих LG Watch Urban. Серебристый и полированный. Правда, любых гарантий при этом пользователи, конечно же, лишаются. Все на свой страх и риск. Но делать этого я настоятельно не рекомендую. Лучше оставить все as is, то есть как задумал производитель. Из элементов управления одна единственная кнопка блокировки и включения-выключения часов на правой стороне. Элементом управления можно также считать и микрофон, расположившийся на нижнем торце устройства, ведь большую часть времени девайсом управляют именно голосом. На тыльной пластиковой панели расположен датчик сердцебиения и контактная площадка для док-станции, или кредла, если угодно. Кредл поставляется в комплекте, его важно не терять и не ломать, так как заряжаются часы только от него. Именно в нем находится самый обыкновенный микро-USB-порт. Приятная мелочь, кредл магнитится к часам. Ремешок девайса самый обыкновенный, кожаный. Система крепления позволяет заменить его хоть на ремешок от ваших старых добрых, но примитивных по функционалу Patek Philippe. Но в целом же девайс выглядит как дорогой и стильный хронограф. По техническим характеристикам LG Watch R практически идентичны LG G Watch. Процессор тот же, а значит, что работают они быстро, плавно и шустро. И какими бы приложениями я эти часы не нагружала, все работает отлично, плавно и без лага. Объем оперативной памяти такой же, как в G-Watch, достаточный для кучи разных приложений. И для этой кучи приложений вполне хватит внутренней памяти, ее 4 гига. Она не расширяемая, да и в принципе незачем. Ну а каким контентом забить часы, у меня, если честно, фантазии на это не хватает. Если у вас хватает, пишите в комментариях. Аккумулятор на целых 10 мАч больше, чем у G-Watch. Время автономной работы варьируется от режима использования. Если использовать умеренно, то двое суток работы вам обеспечены. А если целый день ходить и разговаривать с часами, выглядя в глазах окружающих как киношный шпион, то на сутки заряда хватит. Шучу, конечно, не будете вы смешно выглядеть, ведь сейчас, по-моему, фразу «Окей, Google» даже знают бабульки, какие торгуют темками на базаре. Ну и, конечно же, самая главная фича часов – круглый экран. Его диагональ составляет 1,3 дюйма, матрица PioLED. Тут стоит сделать небольшое отступление. Несмотря на то, что экран круглый, железо передает на нее квадратную картинку. Но видим мы только ту часть, которая попадает во вписанный в этом квадрате круг.
Звучит, конечно, странно, но все на самом деле проще, чем кажется. Резюмируя информацию о дисплее, скажу, что все прекрасно видно даже под яркими палящими лучами солнца. Яркости хватает с головой, цвета сочные, насыщенные и реалистичные. Подключаются LG G Watch R к вашему смартфону на Android версии 4.3 и выше при помощи Bluetooth 4.0. Только для начала необходимо установить приложение Android Wear из Google Play. Сами же часы работают на Android Wear, и при первом же подключении к Wi-Fi они спросят у вас, не желаешь ли ты, мол, хозяйка, обновиться на версию посвежее. Ну что я могла ответить? Конечно же, желаю. Обновилась, прошло 2 суток, полет нормальный. Первое, что вызвало у меня детский восторг – обилие стоковых циферблатов. Их немерено на любой вкус и цвет для любой ситуации. Ну а тем, кому этого мало, добро пожаловать в Google Play с десятками дополнительно скачиваемых циферблатов, бесплатных и платных. На некоторых из них есть дополнительная информация: погода, дата, количество пройденных шагов и даже альтиметр. Наверняка всем интересно, как работает голосовое управление. Отвечаю с железобетонной уверенностью: работает отлично. Список поддерживаемых команд оглашать не буду, он довольно емкий. Лучше ознакомиться с ними по этой ссылке. При помощи приложения Android Wear на смартфоне можно подыскать апы для часов в Google Play. Фитнес, заметки, управление аудиоплеером, да, все что угодно. Это же целая операционная система. Даже популярное приложение для смартфонов и планшетов имеет свои модули для смарт-часов на Android Wear. Тот же Duolingo, например. Удобный, функциональный и стильный аксессуар. Вот что значит LG G Watch R. Широчайшие возможности для персонализации и безупречно стабильная работа. Это LG G Watch R. Прекрасный помощник, а также верный набор функций на каждый день. LG G Watch R. В этом обзоре от компании Ала с вами была Лана и смарт-часы с круглым дисплеем LG G Watch R. А вы ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и не забывайте смотреть другие видосики. We'll be right back.